нужно маме отдавать в другие руки родного сына, родного сына. Ведь он не только часть ее, он половина, он половина, он половина, он половина жизни всей, он половина всех ночей, он половина светлых дней и даже счастья. Половина. Он половина жизни всей, он половина всех ночей, он половина светлых дней и даже грусти половина. Он. Вас. Я имела сына, а теперь имею дочку.